Однажды гулял по столице, двух прохожих случайно зашиб, и попавший за это в милицию, я увидел ее и погиб. Я не знал, что там она делала. Видно, паспорт пришла получать. Молодая, красивая, белая. Решил я ее разыскать, шел за ней, я запомнил парадным, что сказать ей, ведь я ж хулиган. Выпил я и позвал ненаглядную в привокзальный один. Приглашаю нас. А, уже тут.